Вон там бункер. И вот он из него все эти коробки, вот все, все повыкидывает, доберется до корма, поест и уходит. Вот два дня подряд приходил. На перекус медведь несколько дней подряд ходил на поляну к кабанам, разбрасывал коробки, съедал около ведра зерна и отправлялся обратно в лес. И так несколько дней подряд, но вот уже 5 дней в Нестерово он не появлялся. Зато встречать его стали грибники в лесу около Нажец. Вот видео, которое снял один из храбрых грибников. На самом деле это редкость, что медведь гуляет по лесу днем. Он больше ночной охотник. По словам егеря, это старый знакомый. Уже 15 лет он ходит тропой через наш округ в Павловский Посад и Владимирскую область. Обычно его визит длится не более 2-3 дней. А сейчас задержался уже на месяц. Когда за грибами, за ягодами ходят, то, чтобы старались не брать собак. На собаку он сильно реагирует. Собака испугается, идет к хозяину. Его видели близ деревень Нестерова, Нажицы, Федорова, Ковригина, СНТ «Виктория». Медведи внесены в Красную книгу Подмосковья. Поэтому отстрел животных запрещен. Такая миграция у животных – нормальное явление, когда вокруг горят леса, они выходят к людям, чтобы найти себе еду.